Кружим мы в танце. Шамбарабам-бам-бам-бам-бам. Демон. О, не-не-не, это не наша вечеринка. Блин, а почему он его не бьет теперь? Так, что такое? А он напал, нет? Похоже. Еще его так завалить прям можно. Выйдешь ли ты за меня, ты с Тимоном? Нет, не выйду. Потому что... Потому что... Ни хера не увидела. Прыгала почти наугад. Спасибо, кого-то завалил, пацан. Да? Круто! Мы это сделали. Где мои души? Косточка, возвращенечка. Еще. А души мои где? Где мы 150 тысяч душ за этого сложнейшего босса? Шухренели все. Все, я есть хочу. Ну, не, да, легкий был. Ничего не скажешь. Я не буду говорить. О, да, это был сложнейший босс моей жизни, мальчики. Как я это сделала? Боже мой. Я что, что-то ем? Я ем вафельку? Нет, ни разу в жизни. Я еще не ем вафлю. И вторую вафлю тоже не ем. Не-не-не. Я не такая. Боже, я не божественная. Я там водички сходила попить. Вы ж не против? Блин, а чё, костра не будет? А костер завезли где-нибудь, нет? Можно было и открыть матери. О! Солнцестоящий. Подождите, а где костер? А костра что ли нету, типа? Мне же там еще этого нужно. Хованского убить. Ой, этого Хавала или какого. Ой, как красиво. Ты меня не напугал. Меня напугало твое индийское перо, которое торчит у тебя из головы. Че, да? Как бы с такими странными людьми всегда нужно говорить да. Давай. Ага. Ткань бытия. Блин, красивая фраза, кстати, ткань бытия. Кружимся, вертимся в вальсе с тобой. Ты всегда ржешь в конце? А где солнце? О! Кто умеет подбирать кадры? Мамка умеет подбирать кадры. Кто классно подбирает кадры? Мамка умеет подбирать кадры. Я хочу костер. Дайте мне костра, пожалуйста. Мне 3000, я их не собираюсь терять. Ладно, я прощаюсь, вы мне здесь подскажете, где находится костер. Бежать, 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 бежать. А ты сейчас стараешься, 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 стараешься. Вот. Что-то мутное. Ну, твою мать. Японский ты городовой, нихера себе прикол. Вот это был костер. Я, знаете, как такой чувак, у которого в кармане 3 миллиона, и он как-то их хочет спустить. Но у него все нет возможности, потому что он натыкается на каких-нибудь гопников. Такой, ну пожалуйста, ну возьмите кого-нибудь деньги. Хоть ты возьми деньги. Блин, все, я поняла. Пошуршать. Шуршать я умею. Всего два? Чищи ты, че такой дорогой остался? Я тебе вообще, помнишь, детей твоих любил, тебя любил. А ты меня что-то не любил? Я хочу просто...
Просто хочу любви. Что, издеваетесь? Я сейчас думала, я сейчас как качнусь, так как качнусь. Мне как-то вот, знаете, вот как-то вот... Я сейчас сказала опять. Подождите, мой стул. У меня просто стул надо спускать. Я же его тут... Короче, не смазывала, скрипел. Смазывала, не скрипит, но теперь скотина спускается. Вы понимаете, вот как мне иногда не просто стримить игры. Ты понимаешь, ты по грани ходишь, чувак. Я не хочу с тобой ходить по грани. Мы не настолько близко знакомы, чтобы любить друг друга до конца жизни. Не хочу тебе противно. Тебе не хочу, катану хочу. Вон она горит. Сейчас бы, знаете, какую-нибудь заставочку с такими глазками, типа... Сейчас подождите, я заплачу, потому что наконец-то это произошло. Мемчики ей подавай, а? Пи кресло. Так. Оп! Оп-оп-оп! Вот это пранк! Мальчики, я думаю, что вы ж меня не возненавидите, если я пока вот так вот поделаю немножко. Да даже если вас ненавидите, ну еще. Понимаете, ненависть — это тоже эмоции. Главное — испытывать эмоции. Подвиверный костер, но секрет какой. Ага, какие. Ну и не говорите. Я допетрю. Наверное. Наверное. В следующей жизни, когда я стану кошкой. На-на-на-на. Ты там пылать будешь? Мы зажжем сегодняшний вечер, нет? И, чувак, там сейчас будет очень горячо. А чё я вообще экономлю души? Объясните мне, пожалуйста, чтобы я их в один момент про... потеряла? Кресло. Я вам говорила про борщ, что у меня так бывает, что я что-то говорю, а потом такая... А! Борщ, да, супер стримера. И сейчас такая должна быть картинка. Я в очках. Вот этот, который трук хай, или что-то там типа этого. Я хочу сделать нормальный свет, чтобы вы меня нормально видели. Потому что я понимаю, что скоро вот это классное дневное освещение закончится. И либо мне нужно будет стримить в темноте, а вы просто будете представлять, как я красиво выгляжу. Потому что, когда вы будете это представлять, это будет выглядеть намного лучше. Кто-кто супер-класс. Вот. И кресло. Нормально, чтобы я вот тут не вот это вот. Чики-бам-бам, чики-бам, чики-бам-бам делала. Все, ништяк. Ну, ладно, это твой... Этот раунд за тобой. Это, по-твоему, удар? Вот это удар! Нет, лутик. А, кто-то тут упал. Мы не упадем. А в уезде данном сир сидит. Покуда совет есть тут дневной, мы выходить будем на данный пир. Что почивать тут предо мной? Ну как-то уезд мне прям вдохновило что-то такое прям. Ох ты уездовый. Ты чё, охерел? А поздороваться кто? А сильву плет туда-сюда? Нет? Нормально? Мужик! Все. Ты прав. Ты главный в семье. А у тебя дрын длинный. Это сейчас был комплимент. Правда? А ты так же можешь, а? Че? Засал, да? Че, не мужик, да? Сейчас такая, я снизу, а он сверху. И... Как вы знаете, это все не просто так. Че, упал, да? Че, лошара, да? А ты же не умеешь подниматься? Я могу тебя научить. Блин, серьезно? Я хотел к тебе эффектно спуститься, чувак. Ну честно, ну честно. Не впизгну тебя, подожди. Подожди, еще будет тактика. Это была охеренная тактика?
Меня волнует Драконидзе. Наверное, он же там не просто так находится. Йоу, йоу, камон, подняли все руки! Нет, я там не пройду. Это 100%. Что с... Ага, и за ним костер. Тут ее разозлила дядьку. Успокойся, сказала. Давай еще раз, ладно. Все, я поняла. Нет, херово, я поняла. Ты что, умерла? Ты с ума сошла, мать? Мы почти дошли с тобой. Ты что, ты устала, что ли? Че ты, боже мой? Ну, такие мы неженки. Give my fucking душ. Сколько? Понятно, ты со своими 1800 уже никому нахуй не нужна. Амаракума мамба. Я так бегу, как будто бы мне это поможет. Ну, пока не понял, почему. Я это... Да! Нет тебя в моей жизни. Ох. Нормально. Как мы с ним синхронно косякнули. Здравствуй, нельзя, теперь можно заходишь ты, дорогой мой, все нормально. Птички есть, лунтик есть, забирай мини. Это какой-то безымянный. Эй, ты как тебя зовут? Да я не помню. Это безымянный будет. Да хорош ныть. Не вернется он к тебе, ты посмотри на себя, лысая, страшная. Я бы тоже тебе не вернулась. Ох. Мамкина спина, по-моему, говорит о том, что на сегодня... Сегодня хватит.